Регион активно готовится к «Ночи кино». В этом году просветительская акция пройдет уже в третий раз. В Ивановской области отечественные фильмы покажут на 7 различных площадках. Киноманов областного центра примет координационно-методический центр. Фильмы можно будет увидеть бесплатно. А вот какие, предстоит определить именно зрителю. На сайте информационного агентства ТАСС можно проголосовать за понравившийся фильм из предложенных. Пока в тройке картины «Рубеж», «Движение вверх» и «Последний богатырь». Шанс изменить расстановку лидеров у ивановцев есть до 1 августа. Из 26 картин отечественного производства вошли фильмы «Тренер» Данила Козловского, «Матильда» Алексея Учителя, «Собибор» Константина Хабенского и многие другие. Поэтому приглашаем жителей Ивановской области активнее подключиться к голосованию на сайте информационного агентства России, ссылки по которым можно получить и на сайте Министерства культуры, и на сайте Фонда кино.